Привет, друзья! Привет с вершины, которая называется София. Мы в Карачаево-Черкесии, и высота этой вершины 3640 сколько-то там метров, мы точно не знаем. Только что сюда поднялись, и это видео я снимаю для всех, но главным образом для моих семинаристов, для участников моего флейтового кружка. Я вам обещал, ребята, что я вам сыграю все мелодии. Мелодии для всех четырех потоков, которые были летом. И сейчас, мне кажется, самое оптимальное время, чтобы это сделать, и место. Не зря я так с этим тянул, потому что мне хотелось именно здесь это сделать. Итак, мелодия первой группы называется «Кастарват». Мелодия второй группы у нас была тоже бретонская. Немножко тяжеловато играть на высоте, но мы справимся. Вторая мелодия называется «Андро». Прекрасно. Потом у нас наступил июль, и приехали третья, четвертая группа. И в третьей группе была еще одна мелодия в тональности ре минор. Она тоже называется «Андро». Немножечко продуем флейточку. И четвертая группа поменяла тональность, и тональность у нас стала соль минор. А мелодия тоже бретонская. Это песня про трех моряков. Называется она «Три Мартелот». Thank you.
Вот четыре мелодии. И вершина, София. Всем передаю привет с вершины. И надеюсь, что мы с вами еще сходим все вместе в горы, поиграем на этой вершине. Ну и до встречи на осеннем семинаре с 15 по 19 сентября. Крым, Бельбекская долина. Все вместе будем звучать, играть. Сейчас я дам, не выключаю, я покажу эти места еще. Спасибо. Вот такая здесь красота. Передать, конечно, через камеру очень сложно состояние вершины. Вот наша команда. Андрей Николаев, Даша. В составе трех человек мы поднялись. Состояние погружения в горы. Глубокое состояние. Спасибо за эту возможность созерцать. Ну и спасибо, конечно, Творцу всего этого. Великолепие. До новых восхождений. До будущей горы. До будущей горы.